Запись. С вами Легислад. Играем в сквигах с орками Кубакера. Так, что мы можем взять на индуса? На самом деле ничего толкового. Берем девочку. Денег жалко, деньги нужны. Нам еще выкупать из остальных позиционных. Поэтому валидируем и поехали. В общем, ребята, какой прогноз? Если мои товарищи посыпятся, то, скорее всего, продуем. Если нет, то, скорее всего, выиграем. Все просто. Так называемая норская лотерея. К тому же у нас метель. Это прикольно. Метель — это очень прикольно. У нас, к сожалению, волчок только. Как волчок? Медвежонок только один. И что с этим мы поделать особо не можем. Ставиться будем очень плотненько. Да, это прям среда обитания етика тогда может помочь. С другой стороны, квейты не только орки будут кидать, но еще и мы. Хочется товарища, конечно, повыталкивать, как-то его склонить на то, чтобы он пошел по флангу, но я думаю, что нам сейчас повыгоднее, ну, на самом деле, будет выгоднее, если мы сейчас устроим небольшую заварушку в центре. Привет, Стар. Классическая стеночка смерти. Гоблин с Ниглой. Очень хочется его помутузить. По центру. Это плохой ивент. Смотрите, сколько ему надо было бежать здесь ровером, чтобы закрыть мячик. Сейчас он его бесплатно поставит. Ой, надо же, он не стал. Почему, интересно, он не стал? Любопытно. Первый лосер выдержал. Второй лосер. Тоже выдержал.
Хорошо, кстати, что он пошел сейчас. И, точнее, даже не то, что он пошел сейчас. Хорошо, что кик у нас на правой стороне, где у нас все даунтлисы стоят. Вот здесь будет немножко полегче их разбирать. Привет, Нуктайт. Нет, это Рубо Бейл, это Скиги. Четвертый день. В чате написано, я уже написал. Вообще для Етика, у Етика должен быть уникальный скилл, что он не должен прокидывать 3 плюс на ГФИ, когда петель. Между тем мячик поднят и хорошо защищен, ребята. Так что мы сейчас будем долго и уныло месить девятую броню. Нас еще с могучим ударом сейчас пробивает в 3 куба. Приятно. И приятно. Ну, вроде все нормально. Аж все сдюжили. Фангу, кстати, не прошел. Он пошел просто по центру. Видимо, хочет меня силой продавить. Так, что делать будем? Что будем делать? Блицевать хочется етиком. Можно, кстати, здесь сделать, организовать 3 кубана. И как бы будет хорошо, потому что блицер — это ценный игрок. С другой стороны, если вот сейчас эту глупость сделаю, я уведу слишком много игроков сюда. И он пойдет просто вот здесь, как по открытой дороге, можно сказать. Поэтому мы пока просто с игроками поменяем дислокацию. Посмотрим, что принесет нам вот этот блок. Можно, в принципе, кстати, сделать гарантированные кубы. И хочется пробить вот этого товарища. На самом деле тоже. Тогда он просто пойдет по этому флангу. У нас нету особо хороших вариантов, поэтому этого товарища мы вообще как сейфти, наверное, оставим. Сделаем здесь слегка рискованные кубы. Наверное, все-таки поедем етиком сюда. Здесь сделаем небольшой заслончик такой тоже. Если что, эти ребята у меня быстро добегут. Ладно, погнали. Поехали. Шестерочка. Это хорошо. Давай вот сюда вот тебе положим аккуратно. И пробился. Жалко. И у нас здесь есть еще один кубик. Я думаю, что мы не будем подводить ассист, потому что нам хочется, чтобы у нас был какой-то сзади контроль тоже. Так что мы тебя просто пробьем в один кубик. Просто положим под етика и не будем подходить. Чудесно. И, кстати, вот тебя мы, наверное, подведем немножечко назад. Чтобы здесь трудно было поставить ассист.
У меня в чате какое-то обсуждение интересно идет игры. Рекомендуйте посмотреть. Тонк, это я вот сменил команду. Я же удалил своих людей. Это тут у меня команда на, по крайней мере, на этот сезон точно. Вот я Норсом играю. Вот, пошли нужные кубы от, собственно, Торка. То, что поможет мне выигрывать, это стрелочки от него. Ну и завальные блоки тоже от Чорков тоже очень хорошо помогут. Такие двоечки, единички. Так, Берсерки у нас сейчас освобождается. У Етика есть двухкубовый Чорка. В общем, сейчас у нас все хорошо. Пока. Эти ребята у нас, может быть, даже будут доджить. И эти ребята, кстати, смотрите, они склоняются к тому, чтобы поиграть на кромочке. Это очень хорошо. Привет, Брайт. Ну, меня это устраивает, ты же понимаешь. Это вполне нравится. Ой, он фалит. Смотрите, ребят, он фалит без взятки. И он удаляется. Нормальный размен, кстати, для меня. Очень даже вполне себе. У нас есть девочка одна, мы купили. Я надеюсь, она нам поможет. Но это было очень опрометчиво. Так, ребят, какой план? Во-первых, ты у нас абсолютно точно встаешь. И ты, тебя мы оставляем, потому что вот эти два игрока, они держат двух игроков, Блицера и тролля оппонента. Это, я думаю, нормально. Ты идешь на ассист. Тобой надо пробивать и подходить. Если просто мы тебя толкнем, это нас не очень устроит, конечно. Так, самое главное. Переводим Блицера. Другой фланг. Даем его сюда и даже, наверное... Нет, мы будем следовать, потому что потом Етиком мы еще будем катать, а ему нужны стабильные два куба. Так, ты у нас идешь... Теперь ты у нас сейфти. Сейфти, но у нас вот здесь будет, чтобы не кидать фы на выталкивание. Если вдруг прикатит. Так, ты. Ты тоже можешь пригодиться на самом деле. Пока неизвестно, где ты можешь пригодиться. Хочется тебя в заварушку поставить, конечно. Надо было, конечно, я вот тут подумал, сделал я небольшую глупость. Надо было вот сюда поставить этого товарища. Этого товарища поставить на его место. Пробить вместо Чорка, пробить сюда, на двух кубах. И у нас освободился бы этот парень, которого мы тоже могли бы прижать с этой стороны кого-то. У нас, кстати, еще у нас нету блица. Может быть, блицанем Чорку в один кубик вот так. Тоже вариант хороший. Давайте, в принципе, попробуем.
Вот это мне нравится, ребят. Смотрите, какой, какой крепкий кулак товарищ оказался. И аптекарь не спас. Красота. МНГ. Так, идет все просто отлично. Ты у нас переходишь держать ровера. У нас есть хороший донтлес. Не будем его перекидывать. На одном кубе, я думаю, ударим. Так будет хорошо. И подходим. Чудесно. Бьем етиком. Перекинуть или нет? Я думаю, что нет. Не будем мы перекидывать. Давайте в лотерейку сыграем. И ети выиграл. Потому что рерулов у нас, конечно, еще много, но нам и играть много. Еще целых 6 раундов. Это последнее наше действие, такое более-менее нормальное, так что хрен бы с ним. Азурный у нас получилось. Заслуженные 2 СПП-шечки, молодец. Тает. Ну, а что поделать? Зато они очень дешевые, это раз. Во-вторых, у них всех блоки это 2. Им как бы абсолютно класть на всякие когти. Это ли не замечательно? Ну, вообще, оркам, конечно, да, им тяжеловато играть в меньшинстве, потому что мув у них гораздо меньше. И сейчас они еще немножко и по силе просели, потому что чёрка нету. Охо! Ну, Нафл сегодня на моей стороне, ребят. Ну, кто это? Я как никто, наверное, знает, как седьмая броня может сыграть со мной. Под злую шутку, я Норсом играю очень давно. Одна из моих самых наигранных команд. Так, держись, держись, держись. Нормально. Так, нам нужно здесь вот эту разобрать, вот эту кучку. И если мы ее удачно разберем, у нас будет блиц в мячик. Ситар, я взял раннера прямо перед этим матчем, чтобы был донтлес, если честно. Все-таки это что? Все-таки это орки. Донтлес был нужен. Один донтлес я взял чисто на лавелапе, один я взял вот прямо перед матчем. Он же нулевый. Я как-то так сиюминутную стратегию. Я так слегка готовлю команду против оппонента следующего. Так, ты. Ты просто встаешь. С тобой без вариантов. А, ты. Ты можешь ударить 2 куба, но ты будешь бить вот этого парня, по-хорошему. Поэтому нам нужно туда поставить товарища и выкинуть 5-6. Если выкинется 5-6, но если я тебя сюда кину, то... Хотя зачем, ребят, зачем? Можно тобой отойти и блицевать отсюда. Правильно? И будет все равно отсюда удар, потому что вот с этой клеточки можно сюда зайти и пробить. Надо тогда вот этого помарчить, товарищ. Это можно сделать элементарно, подвинув сюда, товарищ. Или вот сюда встать. Может быть, даже здесь будет лучше. Етик. Нужен ли нам етик? Я думаю, что етик нам не особо нужен. Можно его поднять и дать ассист, например, здесь. Не хочет, не надо. Все нормально.
Поехали дальше. Нам нужен ассист под этого товарища. Мы его ставим. Здесь будет, конечно, один ГФИ. Что-то мне не нравится этот момент. Может быть, вот этим парнем ударить? Без френди? Мы сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Давай, дружок, 5-6. Шестерка. Хорошо. Подходим. Ты встаешь? Ты встаешь. Хорошо. Тоже двигаемся следом. Да, Джинни, я уже понял, что надо было на самом деле 4 силовых блиц. Это правда. У нас вот есть вот такая штука. Если мы подставим, собственно, нашего берсерка, да? Есть всякие 3 плюсы нехорошие. Я не хочу берсерка подставлять под тролля. Ну, давайте рискнем, ребят. Можно, на самом деле, вот такую еще штуку сделать. Это как-то слишком рискованно. Нет, мне не нравится. Мне это не нравится. Ну, поехали, ладно. Кинем 3 плюс на ГФИ, если что. Ну, нам не пришлось даже, видите. Кидаем поближе к нашему товарищу. Здесь мы уже страдать не будем всякой ерундой. И тут мы не кидаем, потому что если мы здесь провалим, то... У него здесь будет все просто. А нам не хочется, чтобы у него все было просто. Правильно? Так, а что он кинул? О, он просто активировал тролля. Почему не бил тогда? Странно. Это странно. Дорзы не пробиваются, ребят. Бронированные ребята. Опять поднял мячик. Ну, у нас есть джемп-ап. О, фол. Еще один фол. Вот этот фол неприятный, конечно. Может меня остановить от справедливого возмездия. Но не надо. Нет, нет, нет. Ну хорошо. Хотя бы не пробил. Так, чудесно, чудесно. Етик встает. Молодец. Молодец. Ты идешь в контакт. Так, держатель тролля тоже встает. А, здесь, возможно, кого-то придется скормить, чтобы у нас был нормальный кубовый блиц.
Так что, наверное, давайте нам уберем здесь лишнее отсюда. Хорошо, раз. Держатель троллей Блицер 2. Тебя можно подвести куда-нибудь сюда, чтобы здесь сделать двухкубовый блок. Сначала, я думаю, сделаем блиц, он важнее. Так, мне это не устраивает, мы это перекидываем. Ой, надо было делать сначала двухкубовый блок, да. Жалко, блиц не прошел. Но зато у нас хотя бы есть два сейфти, более-менее. Так что он не убежит далеко сейчас. По крайней мере, один с донтлесом сейфти у нас есть. Ситар, что за намеки? Я что-то не вижу. Не вижу причин для грязных намеков. Я не такое уж ортодоксальное видение на игру. Колян, ну в принципе да. В принципе да. У меня есть товарищ, который, если что, побежит как бы. Вот он. Он никем его не займет, на самом деле. Все равно побежит и... Если что, будет мешаться. Здесь, если что, я сдоджусь. К тому же здесь фент, он бить здесь не имеет права. Если меня здесь ударит, я не пробьюсь. И либо броня не пробьется, либо вообще он блок будет неуспешный. У меня будет второй сейфти. Сил фенда буквально. Хорошо, хорошо, Сидар, я запомнил. Так, ну он, конечно, молодец, что троллем пробил, но, по-моему, он бьет не того. Может, и того. Так, у нас минус один, ребят. То есть у нас все, на следующий тайм у нас, скорее всего, будет все по-честному. А, вот как он хочет сделать. Ну, хорошо, давай. Здесь как бы без доджа не обойтись. А, вот так вот, значит. Давай. Так, посыпались, ребята. Посыпались. Кто там говорил, что у орков все плохо? Все у них хорошо. У нас хуже. Сейчас был бы, кстати, конечно, второй Еремишка. У него блок. Он взял отпуск на одну игру, к сожалению. Зараза еще и пробился. Вот это меня немножко печалит. Даже, можно сказать, сильно меня это печалит. Вот у нас и сейфти. Здравствуйте. А может и нет. Блин, еще и пробился. Так, ну, у орков сейчас вот этот тайм, у них он просто великолепный. И сейчас я уже подозреваю, что я не смогу остановить гол. Уже неким. Как-то у меня все пробились, ушли. Да, все пробиваются.
Вот, у меня Блиц на двойке единички мне сломал мою инициативу, и теперь мне надо как-то придумывать, чтобы его восстанавливать. И это совсем нелегко, ребят. Я не знаю, что делать. У нас как бы играть-то неким уже. Можно, конечно, поиграть чисто вот, вот в какую-то лотерею, ребят. То есть здесь один кубик подвинуть, да? Здесь как бы у нас есть, тогда будет блиц в один кубик через додж. Нормальный додж, не сложный, как сейчас, да? И у нас, если он сейчас не повалится, у нас еще будет джамп-ап здесь тоже в один кубик. Но тут как бы два освобождены товарища. Можно здесь подняться просто, да? Етиком сюда улететь. Но здесь тролль свободный. Мне вот что-то вообще не нравится все это. Совсем мне это не нравится. Ладно, давай, дружок. Стрелочка тебе нужна. Получилось. Хорошо. Потом у нас дальше есть из вариантов. Можно вот тебя подвинуть. Тоже стрелочка нас устроит. Давай. И здесь нету стрелочки. Ребят, ну все, как бы нам забивают. Мы уже не остановим этих ребят. К сожалению. Этот додж все равно придется делать. Нам нужно уходить отсюда. Что с этим товарищем делать вообще решительно не ясно. Я думаю, что мы тебя просто поднимем. Просто поднимем. Ты бьешь свои два куба, а потом один кубик. Потом мы делаем додж. Хотя на что мы готовы потратить рел? Мы готовы потратить рел на этот додж, поэтому делаем его первым. Так, хорошо. Колян, это не очень хороший план. Это 33%. Мне не нравится. Я лучше займу здесь вот этих ребят. Пусть они разбираются здесь. Смотрите, это называется «сработали когти», когда на кубах у нас практически то, что надо. Ну, сработали хорошо. Вот, конечно, лучше бы травма была. Так, у нас ходить больше некем, у нас все пробитые. На самом деле у него здесь все просто. Он просто бежит на полный мув сюда, и я его догоняю на всяких ГФИ. Да, лучше сюда бежи, на самом деле. Ситар, это... Снег всегда в сторону того, у кого больше людей. Единственное, что хорошее есть, у внезапного кубакера уже нет реролов. Это хорошо. Блин, как же трудно сейчас будет его достать. Нам надо будет 3 плюс это на ГФИ кидать. Мы можем, конечно, просто прилепиться к нему спереди, да? Это единственный товарищ, который у нас может до него добежать нормально. Можно, в принципе, еще вот этим товарищем на 2 ГФИ попробовать добежать, если его сейчас не повалят. Ой, жалко, вот этот парень пробился. Он бы сейчас пригодился нам. Поставил где-то здесь. Завалился Блиц. Замечательно. Только вот я вместо этого Блица, я бы сначала троллем бы походил. Да. Давай единичку, дружище. Один. Все. Не остановим уже. Никак. Гол. Значит, какой у нас сейчас план? У нас план сейчас хотя бы еще одного орку вынести, и будет тогда у нас блепота. Можем сделать здесь 3 куба. Можем, в принципе. А мы ничего больше не можем. Больше не можем ничего.
Ты встаешь, дружок. И идешь помогать. Я помню, здесь будет один Д-блок. Етиком, скорее всего, будем блицевать вот в этого блицера и вести его подальше, да? Тобой мы будем прижимать здесь, чтобы товарищ на следующий ход заносил, и у нас было два хода на занос. Ну, правда, в метели это, конечно, смешно. Два хода на занос. У нас здесь есть блиц, да? Можем подойти и даже в один кубик блицануть. Самый нормальный вариант у нас здесь есть. Ты встаешь. Что, на самом деле, я думаю, да, мы это сделаем, мы рискнем. Да? Перед этим делаем менее рискованные действия. Ты ходишь на мало. Значит, етик нам особо не нужен. Можем его подвести, чтобы он просто был куда-нибудь поближе. Например, сюда. Можно, конечно, его на ассист подвести. Но здесь будет, если что, он как бы нависать, да? Хотя нет, он, у него мув не очень большой. Давайте его на ассист подведем. Хрен бы с ним. Сюда вот. Хорошо. Давай. Так, не получилось. Ну что, ребят? Ну, ребят, давайте. Собственно, мега-риск. Погнали. Рерол будем тратить на это? Я думаю, что нет, шансов мало. Или да. Если он упадет здесь, то это его немножко хотя бы смотивирует, да? У нас не будет тогда шансов практически занести в свою атаку. Поэтому, ну давайте, ладно, хорошо. Мы добежали, смотрите, мы даже встали с ним рядом. Хорошо. Если мы добежали, то можно, в принципе, тогда еще и вот эту вот грязь попробовать тоже. О, великолепно, смотрите, у него теперь блица нет, он должен доджить. Чудесно, смотрите, ребят, чудесно. Грязь прошла. Теперь все упирается в его 3+ бросок. Он... Его лучшей игры сейчас не будет. Крюк, не надо мне ни у кого брать уроки. Я и сам умею. Привет, Тиранест. Ну что, дружище, давай, доджи сюда и беги вверх. Так. Если бы он сейчас доджился, у него была бы двойка. Вот. Грамотно выбирает последовательность действий. Знает кубы наперед, можно сказать. Ну. Давай двойку. Да. Ха-ха. Так, подбирать ли нам мячик? Ребят, подбирать ли нам мячик? Я думаю, если подбирать, то вот этим парнем. И после всей остальной грязи. К тому же, зачем нам подбирать мячик? Мы сейчас все равно уже не занесем, да? Кто у нас может занести? Нам нужно пас дать куда-нибудь вот сюда и побежать на полный мув, чтобы занести. Мы не заносим, да? Можем не подбирать. Мы можем просто сделать две такл-зоны на мячик
этот товарищ убегает с одним ГФИ, надо бы вот тебя, конечно, замарчить каким-то образом. Например, вот таким вот образом тебя замарчить, да? Все будет хорошо. Ты встаешь, дружок. Тебя можно в один кубик покатать, мы тебя еще освободим. Если мы тебя освободим, ты можешь пойти сделать здесь, например, марку. Правильно? Тобой мы можем ударить в два куба. Ты у нас поедешь сюда. Значит, начнем вот с этого, да? Это вроде как самое простое действие сейчас. Кажется. Давай насмерть тебя, дружок. Насмерть не вышло. Ты идешь сюда. Мы сейчас... Нам сейчас как-то сложновато забить. Мы в метели, во-первых, не дадим такой длинный пас. Реролов у нас нету. Это чушь все. Забивать нам надо. Это наша зачетка, дружище. Забивать нам надо сюда. Так что нет. Это фантастика. Так, ты, дружок, давай-ка всякие опасности от нас отодвинем подальше. Так, нам надо будет 3+ кинуть. Может быть, в лотерею сыграть, ребят? Из 3+ мне не очень нравится. Так хотя бы он точно не добежит. Давайте в лотерею сыграем. Хорошо, что я выбрал двоечку, потому что дальше я бы ГФИ не прокинул, и он мог бы здесь мешаться нам. Прям кубы-то видите, какие дальше идут. Какая у него есть игра? У него есть блиц, подбор в такл-зоне, додж. Ну, в общем, плохая игра. Грязь. Натуральная грязь. Еще ГФИ в конце. Это очень маловероятно все, так что... Можно сказать, что нам очень сильно повезло. Ну, раннером я в конце как вроде как собирался все-таки подобрать, попробовать. Чтобы еще сильнее жизнь усложнить. Потому что нам даже какой-то там дурацкий отскок он бы нам особо не повредил. Если бы отскочил на его место, то это было бы ему еще сложнее все делать. Так, ну первое действие у него получилось. Так, ну это... А ну не смей! А ну не смей! Во! Хорошо. Не прошла грязь практически. Я уже испугался. Так, что мы можем сделать? Мы можем качнуть кого-то пасом. Нам вот тебе вот нужна СПП-шечка, да? И можем кого-то побить. Кого мы можем побить? Здесь мы не можем никого побить. Здесь мы в один кубик можем побить. Здесь тоже мы особо не можем никого побить. Никого не можем побить. Давайте вот блиц етиком. Вроде как сейфовый, да? Ну нет, нет так нет. И переходим к атаке. Ой, атаковать. Я надеюсь, что сейчас наш колокол встанет. Встанет колокол наш. В 9 игроков мы атакуем, в 10 игроков защищается оппонент. Хорошо. Нам нужно быстренько гоблина убить, и тогда все будет по-честному. Да, Сидар, действительно, мячик он дотащил. Получилось. Правда, сам еще только не пришел за ним следом, полагается. Так, кто у нас понесет мячик? Кто понесет мячик? Можно, в принципе, раннера начать раскачивать. Ему додж на следующий матч будет очень неплохо. Если он его получит.
Он у нас может, в принципе, пригодиться еще и в авангарде, потому что на нем донтлес, да? Он черков ставит на лос. Так что нет, давайте все-таки кто-нибудь другой сейчас поднимет мячик. Кто у нас может поднять мячик? Да любой ненужный лайнмен, в принципе, может у нас поднять мячик. В принципе, и ты тоже нормально здесь смотришься. В кого будем делать блиц, ребята? Это важно. Это важно. В кого мы будем делать блиц? Тут у нас, кстати, есть заготовочка на летающего гоблина. Может быть, он сразу будет его запустить куда-то, да? Будет интересно. Хочется кого-то еще оставить на подстраховку, на всякий случай, чтобы тут гоблины не шалили. Блицевать, как это не прискорбно, скорее всего, будет Arctic Lime. Потому что он может найти два куба хотя бы на блицера, да? А все остальные не могут. Нас тут просит перерыв, поэтому мы будем время выбирать, пока подумаем, конечно, над этим. Тут у нас блок с Донтлесом, раз. Потом у нас, если здесь все будет успешно, мы подходим, у нас будет 3D блоков блицера. И везем. Если нет, то мы и 2D блок сделаем. Не постыдимся, да? Что дальше? Что у нас дальше? Или можем донтли заставить на блиц, на самом деле. Сделать здесь блок. Точнее, здесь ассист. Здесь сделать донтлисом блиц. Будет нормально. А етиком, вместо того, чтобы катать вот этого блицера, прокатать в два куба, собственно, например, вот этого парня. А этого товарища. Просто ударить. Нам нужен еще подстраховывающий тогда. Например, ты, да? Тебя сюда поставим. Блиц, отходим назад. Тут у нас будет вот этот товарищ паровозить. Здесь мы на донтлесе ударим. Здесь будет ассист. Здесь мы тебя ударим. Паровозик. Да, вот этот план мне больше нравится, ребят. Давайте так сделаем. Ты у нас как бы силушкой кроешь вот этот фланг. Ты у нас стоишь на подхвате. Может быть, тобой ударить? Может быть, тобой ударить реально? Только вы наоборот должны стоять, да. Мы можем на самом деле блицера вот этого покатать с могучим ударом на френде. Мне кажется, это лучший будет вариант. Да, вот так будет хорошо. Ик. Рерольчик. Рерольчик — это чудесно. Кик для нас хороший, можем прям сразу подойти, как бы. И у нас как бы мы сразу на центре, это тоже хорошо. Так, начинаем с вроде как сейфовых действий, да? Давай, дружок. Нам нужно, во-первых, чтобы ты прокинул Дантлис, во-вторых, чтобы ты кинул что-нибудь хорошее. Например, это под хороший не очень подходит, честно. Совсем даже не подходит под хорошее. Ладно, ты идешь сюда. Следом мы не идем. Следующий вроде как сейфовый бросок. Поехали. Оставили берсерка под ударом от черка, но что поделать? Что поделать? Делаем, собственно, наш блиц. Шестерка. Пойдем покучнее. Остаемся на месте. Идем назад. У
Я думаю, вот сюда будет в самый раз. Кстати, черка пробился, это хорошо. Бьем в два куба, поднимаем мячик. Да? Да. Может быть, подальше поехать? Я думаю, подальше поедем. Блин. Не вышло. Здесь поднимаем мячик. Встаем куда-нибудь здесь. Хорошо, подняли. Здесь можно уже тогда встать покучнее, получается. Как-то вот, вот так вот, чтобы тебя трудно было здесь оббегать. Трудно было ставить ассисты. Ты у нас стоишь нормально. Ты стоишь нормально. Все, заканчиваем. Пока у нас от оппонента тоже честный ход. У него 9 игроков работоспособных. Правда, у него двухкубовый блок сразу есть. Но его берсеркера мне это не очень нравится. По плану его не было. Шестерка. Держись, дружок. Хорошо. Есть еще блок джампапа, тоже хорошо. Не пробился. Замечательно. Есть, к тому же, здесь... Видимо, придется блицевать меня етиком в следующий ход, чтобы у нас его поднять, если он сейчас не пробьется. Давай, дружок. Не пробился, хорошо. Причем блицевать, скорее всего, может быть, даже мы его чисто поднимем блицом, чтобы он просто был у нас. И поставим куда-нибудь, например, к троверу к этому. Будет хорошо. У меня сейчас масса возможностей, на самом деле, переходить на какой-либо фланг. На самом деле, если у нас сейчас етик без блица поднимется просто так, если мы вот, этих ребят за штаны схватим двоих, да, то мы можем довольно уверенно сейчас переходить на этот фланг. У нас тут хорошие есть блоки, хороший намечается блиц. У нас мува больше, чем у него. Здесь мы, в принципе, черка можем одного занять, например, отстающим каким-нибудь, например, вот этим вот парнем. Ты у нас побежишь на передовую. К тому же он сейчас, видите, переводит людей. И это хорошо. Если он сюда сейчас переведет, то все будет нормально. Сменим фланг. Зачем он гоблина сюда повел, что-то не понимаю. Точнее, думал об этом. Не, ну гоблин ВКонтакте мне всегда нравится. Значит, что блиц будет сюда. Давай. Извини, не вышло. Ого, вот это да. Он гоблина оставляет под ударом. Смотрите, мы сейчас его скушаем, конечно. Мы сейчас его скушаем. На этот фланг мне больше не хочется. Здесь тролль. Здесь тролль. Поэтому мы сейчас пойдем через этот фланг. Я надеюсь, что пробиваю гоблина. Очень хочется нам сейчас его пробить. Это зависит от того, сможем ли мы сейчас вот этого товарища отодвинуть. Ай. Етик, сможешь ли ты? Если сможешь, это будет неоценимая услуга. Давай, дорогой. Молодец. Молодец. Что делаем дальше? Дальше у нас есть... Можем с джампапа сделать близ, если мы сейчас отодвинем тебя.
Блицгоблин нам поможет. Здесь мы тебя займем, здесь мы продвинемся и типа разбирайтесь, да? Можем еще два куба здесь сделать, но это чуть попозже, потому что это все не очень сейфово. Ладно, можно с этого, в принципе, начать, потому что это два куба сразу. Можно начать с этого. Как бы гоблина просто пробить, а блиц, устроить вот в этого товарища, подперев его здесь. Это мне тоже нравится. Давайте вот так вот попробуем. Здесь эти странные кубы. Давай, дружок. Пятерочка, это хорошо. Давайте подальше от тролля. Это довольно далеко. Да, это довольно далеко от тролля. Здесь дружок у нас. Кидаем тебя сюда. Двигаемся следом. Поехали. Возить блицера. Пробился, дорогой. Это хорошо. И подзапрем гоблина с двух сторон. Переводим мячик на этот фланг. Здесь сейчас прям мега безопасно, в принципе. Прикрываем спину. Никто здесь не добежает, не добегает. И я думаю, что мы вот здесь вот тратим рерол и идем помогать нашему етику, чтобы ему было здесь не так стрёмно, чтобы вот от этих чёрков был один кубик всего лишь. Я думаю, что идем помогать сюда. Можно и сюда, в принципе, тоже. А, давайте сюда. И кончаем ход. Хороший был для нас ход. Блицер выбили, это замечательно. Сейчас все наконец-то нормально, по-честному. И еще пробитый. Товарищ тоже один сидит. Сила могучего удара, господа. Хотя не, какая сила вообще могучего удара? У нас здесь оба раза 11 на броню. Так, все равно будет два куба по етику. Это немножко нехорошо. Надо было тебя, наверное, все-таки сюда остановиться здесь, потому что здесь бы тогда был один кубик. Тровером. Так, еще одна шестерка. Так, красненький, давай, держись. Там еще пригодишься. Так, с ним все хорошо. Два куба в етика. Увенчались успехом. Розовый, давай. Тоже он пробился. Смотрите, какие классные шестерочки на броню. Но зато он живой. Все нормально. И он, в принципе, даже сейчас может гоблином пробить в два куба. Внимание, сейчас два ассиста даст. Он останется под ударом. Это не такая уж хорошая идея. А у меня здесь, между прочим, джампап. И он делает блиц. Хорошо. Шестерка. Блин, хватит уже шестерки кидать, дружище. Так, и у нас опять все по-честному. Точнее, не по-честному, у нас сейчас меньше теперь. Эх, надо забивать. Надо забивать. Неприятно, смотрите, вот норсами, да, делаешь себе классную ситуацию, потом тебя просто выносят, у тебя все лежат, непонятно, кем бежать вперед, кем вставать. У нас сейчас очень плохая ситуация, потому что мы на весь мув сейчас не убежим от него, здесь нам как-то здесь маленько хотя бы прикрыться.
Народу уже нет. Вообще. Все пробились. Ты встаешь, дружок. Ты идешь просто стоять здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы можем убежать сюда. Ты можешь убежать сюда. Ты можешь стать подобием экранчика или даже пробить. Ты можешь на самом деле побежать экраном сюда. Ты можешь здесь два куба пробить как-нибудь вот так. Что нам это даст? Нам это ничего не даст, потому что вот этот парень у нас все равно свободный, и гоблин нас добегает. У нас двухкубовый блок здесь будет, если мы не сделаем здесь нормальный заслончик. Можем тебя поставить здесь. Тебя поставить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мало мува, мало мува. Брайт, мне это тоже интересно, но я не хочу это проверять. Совсем не хочу. Ладно, то, что ясно, то, что надо отдавать мячик вот тебе. Потому что надо. Поэтому ты идешь сюда. Вот с этой клеточки мы тебе отдадим мячик, да? А ты, возможно, что на самом деле просто возьмешь и будешь блицевать сюда. Отдаем мячик, тратим рерол. Не понадобилось, хорошо. Даже вот так вот мы сделаем блиц. Тратим реролл, не нужны нам здесь никакие единички. Не повалил, блин, не повалил. Тогда идем сюда и тратим здесь ГФИ. Если мы здесь упадем, здесь просто будет трудно отбегать. Если мы даже здесь будем лежать, здесь будет неплохо. Ему здесь будет труднее сюда подходить. Это он как бы уже нас, в принципе, немножко устроит. Ну, на самом деле, элементарно. Здесь элементарные два куба в мячике есть. Он здесь сделает вот такой вот сюда ассист и бежит здесь. Ну, у нас что-то просто как-то у нас сильно побили. Поэтому нам приходится рандомить. И надо постараться быстро сейчас забить. Урсы, что с них взять? У нас еще более-менее хорошая ситуация за Норсов, потому что у нас все вот эти ребята могли быть оказаться сейчас уже в лазарете. Они все-таки имеют какое-то чувство долга. Выбивает у нас мячик. Тиранин, значит, ты видел очень мало норсов за свою жизнь. Потому что я не могу назвать вот это крепкой броней, когда у нас, в принципе, каждый второй удар по нам — это пробой. Даже... Ну, так, в принципе, и должно быть, кстати. Каждый второй удар по норсам — это пробой. Практически. Шестерки нам здесь, конечно, вообще не кстати. Сейчас нам мячик подберут. Подбирать он будет, я думаю, гоблином. Нам надо будет доджиться сейчас. Нам придется доджиться. Вообще, это запахло, конечно, уже поражением.
Давай, не подбирай, дружок. Не нужно тебе это. Набрал. Побежал делать ГФИ. Вот если он сейчас эти ГФИ сделает, а я не сделаю, то нам забивают. Опять же, блин, что за ерунда. Давай упади просто, дружок. Или не делай ГФИ. Вот, нормально, так лучше. Надо было помереть, на самом деле, на этом ГФИ. Так было бы патриотичнее. Встаешь? Ты встаешь по-любому. Ты тоже по-любому встаешь. Ты, может быть, будешь доджить сейчас. А, в связи с этим, блиц у нас как бы нет уже, да? Поэтому блиц, наверное, будет етиком. Чтобы хотя бы тебя поднять более-менее нормально. Так, это хорошо, мы тебя подняли. Тратим этот ГФИ, он очень нужен. Давай, дружок. Чудесно. Поднимать мне сыкотно, ребят. Так, и здесь немножечко можно поделать грязи, потому что нас здесь выпихнут. Нас на следующий ход увозят сюда и выпихивают. Поэтому нам нужно отсюда убежать. Хотя бы сюда. Вот так хорошо. Тут, в принципе, гоблин все равно может утащить мячик, 50% забрать от доджица. Но мы его вроде как догоняем, да? И, может быть, даже можем, в принципе, его пихнуть назад. Так, что он делает? Так, он выбыл шестерочку. Кого он там атакует? Так, он убивает нам новенького раннера. Ну, я думаю, что нет. Я не хочу, чтобы нам убивали новенького раннера. Пусть лучше игру пропустит. Они все-таки очень дорогие, блин. Я его купил за бешеные деньги. Он стоит 90, по-моему, да? Кошмар вообще. Так, если мы сейчас... ребят, мы, скорее всего, сейчас уже будем на ничью играть, потому что мы... Если забьем прямо сейчас вот быстро, да? Не, ну мы попробуем забить. Мы попробуем забить в конце нашего хода. Ему будет сложно забить, я думаю. Но счет будет максимум 1-0. О, нам подарили свободного игрока. Красота. Красота. Будет ли он троллем ходить? Вот, кстати, мне вот это мне очень интересно сейчас. Будет, блин, вот нифига себе. Походил, шестерки. Ну, не пробился хотя бы, хорошо. Хорошо, что не пробился, дружок. Это бы я тебе не простил. Так, а ну стой. Если он хотел поднимать мячик, то он должен был доджиться сразу сюда. У него же все-таки станьте. Непонятный для меня ход. Потерял лишнее движение здесь просто. Так, не стал ничего делать. Ты поднимаешься, дружок. Ты тоже поднимаешься и бежишь сюда. И ты поднимаешься.
Ты дружок. Оприходовываешь этого гоблина и толкаешь его подальше от зоны наших интересов. В могилу давай тебя толкнем. Не толкнулся ты в могилу. Ты идешь сюда. Тратим рерол. Это важно. Чудесно. Теперь здесь. Здесь нам нужно освободить нашего вот этого парня. Так что давай-ка мы туда. И толкается. Блин, вот зараза. Хорошо, тогда сделаем вот так. Хоть что-то. Хоть что-то. Сейчас нам ринуться на перерез, ребята. Просто вот ринуться. Вот этот свободный парень, да. Видите? Сейчас здесь освободят. Тровер, он тоже побежит сюда. Парный красный у нас получает по щам. Так, живой, ладно. А вот ты нам здесь очень пригодишься. Тебя... Не очень хочешь, чтобы тебя сейчас валили. Жок, постарайся. Просто постарайся. Что он будет делать вот с этим вот товарищем, мне пока тоже не ясно. Теперь ясно. Да блин. Ой, так. Атака захлебывается, ребят. Я боюсь, на самом деле, даже вперед уже идти, потому что у нас мячик отберут в два куба совершенно спокойно. Что с этим делать, мне на самом деле не ясно. Да беги уж, делай свой ГФИ. Ребят, похоже, мы играем на 0-0. Я тут не вижу. Не вижу хороших вариантов. К сожалению, тут все сложно. Бьем в лицо мерзкого гоблина, отходим назад. Йетик вообще не хочет играть. Да, 3 единички. Чё и пробился. Да, беда, ребят, беда. Беда. Не сможем мы забить. У нас 2 хода для того, чтобы забить. А забивать некем. То есть, ну, в принципе, есть еще вариант вот сюда пас отдать, но этот парень должен стоять. И его сейчас будут крыть 100%. И мы не отвязались от гоблина, от этого мерзкого. Там сейчас все равно прибегут, на 2 кубах нас ударят. Не круто. Может быть, да, у нас сейчас довольно большой шанс проиграть. Роллов-то у оппонента еще хватает. Мячика мы можем очень легко сейчас лишиться.
Вы он не завалил. Мячик у нас выбит. Ну что, ребят. Если он поднимет сейчас мячик, то выиграет он. Не пробился. Хорошо. Уже хорошо. Уже хорошо. Это похоже, конечно, на наше первое поражение в сезоне. Ребят, норсы. Чуть-чуть упустил инициативу, и у тебя все лежат, а потом и уходят далеко. Я думаю, что он не будет бить здесь, потому что риск высок. Так что у нас здесь, в принципе, есть 3+, додж в этого мерзкого гоблина. Попробуем защитить от заноса. Ну, конечно, ситар. Игра получилась интересная. Вот этот блок, на самом деле, товарищи, у нас немножко нас подвел в конце. 3 единички кинули. Этот парень, он, в принципе, если бы он был здесь, мне было бы полегче сейчас. Вот как, значит, да? Он решил блицеру передать. Ну, теперь у нас что-то совсем сложно. Он молодец, он молодец. Блин, вот что делать, не ясно, конечно. Вставать в лицо. Единственное, что мне сейчас, в принципе, остается, это вставать в лицо вот так. Я думаю, мы с этого начнем. И в зависимости от того, что здесь будет, мы подумаем над доджом еще добавок. Блин, надо кидать. Прокинулся, хорошо. Вот если вот эта вот у нас штука удастся. Хотя зачем? Он тогда нас просто он проталкивание тогда просто сделает, да? Откуда? А ему неким делать проталкивание. Ну, практически неким делать проталкивание. Ну, он может отдоджиться и побежать просто на весь мув. Да, просто встаем. Мы бы завалили этот додж. Третий ход подряд рычит. Йетик. Катина. Да, кстати, у нас же последний ход, можно было Етика перебросить, да, он прав. Да, Ситар, согласен, я просто на автомате делаю эти действия уже. Привык, оцениваю, нужно мне это или нет, я думаю, что слишком рискованно, а вот на то, что у меня еще 2 рерола осталось, я как-то даже не посмотрел. Надо помедленнее думать. Я быстро начинаешь думать, начинаешь ошибаться, конечно. Вот где-то здесь оппонент должен наконец-то кинуть какие-нибудь двойки или единички. Вот не было у него за игру ни одного такого сильного провала. Но нет, нет. Пробился, да? Смотрите, единственное, кто может помешать сейчас занести, это будет вот этот парень. Который будет доджи здесь. Творить всякую грязь. Вот. Сейчас просто орку сейчас просто идти сюда, и ему ничего не будет угрожать. Непонятно, почему он стал здесь именно. Ну что, еще давай разок.
Ему один ГФИ нужно сделать, и все. И он забивает. Все удается, все получается. Так, наш Мишка получает раму. Это тоже МНГ. Блин, у нас следующий раунд будет что-то без игроков практически. Все пропускают. 6. Ну, давай, завали уже, просто завали блок. Завали блок. Не оставляет нам шансов практически, товарищ. Ну что, у нас остается одно единственное, что мы можем сделать. Мы будем это делать. У нас единственный шанс сейчас остановить атаку. Это его непрокинутый 3+ на последний ход. Во что я верю слабо, да? И героический поступок. Поэтому давайте с него и начнем, с этого героического поступка. Героический поступок не удался. Ну что, смотрим, сможет ли он кинуть 3+. Ему всего лишь надо прокинуть 3+ реролом, и мы проиграем. Все, мы проиграли. Прокинул свой 3+ рерол. Ой, так. Ну, вот примерно вот каждый второй, третий матч у Норсов, он именно такой. Ты что-то делаешь с начала игры, а в конце игры у тебя никого не остается, и ты не делаешь уже ничего. Тройку кинули мы на деньги. У нас линейка, которого написано, что он травмирован почему-то, хотя он не травмирован, получает нам ВП фиолетовый. По пробоям. Внезапно, вот самая крепкая броня, говорите, у Норса. Смотрите, 22 пробоя у орков, 9 пробоев у нас. По статистике, мы сделали на 10 блоков меньше. Ну, как бы неудивительно, потому что нас все лежали. 4 по нам травмы, 3 по нам колокола. Мы сделали 2 колокола и 1 травму. Собственно, все, что мы добились за игру. По СПП мы получили 7 СПП. Вот она, одна наша травма. И МВП. Все. А орки на нас качнулись хорошо. Здесь 16 СПП, такое стандартное, совершенно хорошее количество. Валидируем матч. Смотрим, что у нас осталось с командой. Пока... Не валидирует матч оппонент. Ну. Так, вот, валиднули наш матч. Мы сбросили в ТВ. Никто у нас не качнулся. А у нас на следующую игру будет 10 игроков. По-хорошему, нам, конечно, кого-нибудь надо купить. Но купить хочется позиционного игрока. На позиционного игрока у нас, ну, в принципе, у нас хватает на тровера. Но нафиг бы нам он сдался, этот тровер за 70 тысяч. Хочется какого-нибудь другого. Купить берсеркера, например, еще одного. Ладно, давайте посмотрим быстренько, кто у нас в следующую игру. Кстати, что там получил, кстати, оппонент? Он наконец качнулся, у него два даже целых игрока качнулись. Тролли и Блицер. Приятно. А мы смотрим расписание на 5-й день. Мы играем... Sons of Portheim команда. Вот они. Это лизарды. И у них как-то мало ТВ. Потому что у них пропускает Крокс. Но пропускает он на эту игру. Он, по-моему, еще не играл, да? Да, он еще не играл. Так что потом у него будет получше все.
Ну, навыков мало. Ну, нормально вроде. Нормально. Будет охота на скинков, и будем опять молиться, чтобы никто у нас не пробивался. Два рерола, кстати, это хорошо. Хорошо. Вроде такой довольно приятный оппонент будет для нас. Ладно. Спасибо, ребята, за просмотр. Запись останавливаю.